В этом дворе по улице Волжской в Иркутске всегда играют дети, любят отдыхать пенсионеры. Волонтеры решили сделать это место уютней и зеленей. Покрасили скамейки, привезли и высадили редкие для сибирских городов деревья и кустарники. Такие, как можжевельник и жасмин. Столько привезли зелени, я дуб вообще не видела, а тут вообще такая красотища. Зеленый десант организован силами федеральной газеты «Аргументы и факты» и компании «Greenway». Проект «Зеленый двор» масштабный и реализуется одновременно в 10 городах страны. Наша компания достаточно много делает для экологии, заботится о ней. То есть у нас огромное количество проектов, я их сейчас даже все не смогу перечислить. Там есть и спасение популяции различных животных. В Африке даже колодцы делаем и так далее. То есть очень много для этого делается. Сегодня вот облагораживаем дворы нашего города, приводим их в порядок. Двор на Волжской – только пример. Ведь цель проекта – показать людям, что озеленять свои города не так уж и сложно. И сделать это могут все, кто хочет жить среди цветников и гулять по тенистым аллеям. Олег Федоров, Ольга Полянская, Андрей Назаров. Новости по будням.